Есть тут одно место, где многие хотели бы осесть. Но первым там осел огромный черный медведь-людоед. Убейте его, и люди скажут вам спасибо.
Пусть поймут, что не правы. Вы, похоже, трудностей не боитесь. В этих местах бродит рысь, хитрая как черт. Не счесть, сколько умельцев пыталось ее изловить и добыть шкуру. Можно славно заработать, не говоря уже о репутации. Thank you.
скоро начнется. Это эти грязные ублюдки просто нарываются на бочнице. Тут на днях один охотник болтал об олене с 15 отростками на рогах, которого пуля не берет. Попасть в него нетрудно, но этот гигант просто встает и удирает. Горло-то перерезать вернее будет, да поди его поймай. Это была последняя капля. Thank you.
Хотите прославиться? Убейте вожака местной волчьей стаи. Крупный, быстрый и злой зверь. Те, кто его видел, честно говоря, об этом жалеют. Передавай привет чертям! Я тебе башку откручу!
Тут есть одна долина, где Ганьягеха проводят ритуалы посвящения. Я слыхал, эту территорию застолбила одна пума. Многие из подростков были ранены или убиты. Недурно было бы с ней покончить. А заодно можно и славной шкурой разжиться. Есть тут один вопитель. Король Эдуард, слыхали? Такой злобный, что никак подругу не подыщет. Его даже охотники не трогают. Ничего не боится, подлец. Говорят, лошадей не любит, но проверять неохота. Своя шкура дороже.
Oh.